Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор рымов для лодки ПВХ, рым с колесиком и без него. Обычно устанавливаются они в паре, один-второй, чтобы при спуске веревка не портила баллон лодки. Многие задают вопросы, какой диаметр сюда веревки помещается. Могу ответить смело, то что сюда можно зафиксировать совершенно любой диаметр веревки, и она не должна зажиматься вот здесь. Суть данного рыма такова, что мы просто крепим и затягиваем. Все. И никуда уже ваш якорь не денется. Также я могу зафиксировать здесь, даже если возьму обыкновенную тонкую нитку. Якорь я спустил, сделал петлю, набросил и затянул. Все. Якорь висит на месте, на нужной вам глубине. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.